Всем привет, я Никит, сегодня мы поиграем в игру, в которую я вообще, типа, ни разу не видел нигде. Имя, сейчас придумаю. Кэмерон? Так, Джеймс Кэмерон. Нет, ну бомбезно, ладно, пофиг, пускай будет собака с лагами, камон, типа. Джеймс Кэмерон, ну я понравился, потому что очень хорошо с ним обращался. По его лицу видно. Джеймс Кэмерон, тебя куда? Куда тебя припихать-то? А, вот, кушай. Ой, кушай. Отлично. Как нам потомство? Ой, как нам. А, вот ты гусеница. Ой, наелся. А, нет. Нет, ну ты неуклюжий. Куда тебе надо? Скукониться, Все. Вот. А, все. Я думаю, что с тобой. Ой, все. Блин. Ну, я понимаю, в жизни все плохо, но не настолько же, блин. Чё? Ой, что происходит? Имя ему какое? Можно прямо на Джеймс Кэмерона? А! Не очень удобно. Джеймс Кэмерон, не ешь этот твой потом. Подожди, что? Так, Спайк. Нет, я его назову Николас Кейдж. Все, у меня теперь есть Джеймс и Николас Кейдж. Николас Кейдж. Познакомься со своим Николас Кейджем. Вы будете хорошими друзьями. Что такое скол? Ладно. Стор. Ой. Ой, ты где? Я чё, его продал? Николас Кейдж, мы продали твоего отца или маму. А ему, в принципе, уютнее. Хочу сказать... Да в смысле, я его чё, продал, реально? Верните мне Джеймс Кэмерон. Эх, ладно. Ой, блин. Блин, куда? Николас Кейдж. Так, ну, все, мне кажется, Николас Кейджу хватит. А он вырос, по-моему, или нет? А как... Как там... Вернуть, не вернуть... Джеймс Кэмерон хочет скукожиться. Все, семья в полном составе, как говорится, воссоединение. Все довольны, можно и закончить. Ну ладно. Все. Сладких, ой, точнее, спокойных ночей. Ой, точнее, ну, пока. Сын же Гурден отстанет от нее. Николя, ты че? А, он же только родился. Ну ладно, ешь.